Венспилский комбинат благоустройства приглашает венспилчан принять участие в традиционной бесплатной акции по спору крупногабаритного мусора. В предстоящие выходные 24 и 25 октября акция будет проходить в Парвенте. В этом году организаторы акции внесли некоторые изменения. Теперь контейнеры стоят в определенных местах конкретное время. В каких местах и во сколько будут стоять контейнеры, вы видите на своем экране. В конце прошлой недели акция прошла в левобережной части города. Всего было собрано 175 кубометров отходов. Эта акция проводится для того, чтобы жители имели возможность выбросить крупногабаритный мусор вблизи от своего места жительства. Во время акции принимают мебель, матрасы, ковры, крупногабаритный строительный мусор, лесоматериалы, двери, оконные рамы без стекол и сплющенные упаковочные коробки. Организаторы акции призывают венспилчан не выкидывать в контейнеры для сбора крупногабаритных отходов бытовой мусор, электроприборы, опасные отходы, старые покрышки, садовый и строительный мусор. Акция по сбору крупногабаритных отходов в Венспилсе проходит уже с 2003 года.